Сможет ли «Буран» одержать вторую победу подряд? Таким вопросом задавались болельщики, пришедшие поддержать любимую команду. В первом периоде казанцам удалось дважды поразить ворота хозяев льда. На 29-й минуте отличился форвард воронежцев Александр Шипилов. Ну а после этого забивали лишь хоккеисты «Барса». Причем одну из шайб в пустые ворота «Бурана» за 10 минут до конца игры. В этот момент наш клуб заменил вратаря на 6-го полевого игрока. «Буран» проиграл со счетом 1-5. Следующий матч пройдет 19 января. В Воронеж приедет команда «Лада» из Тольятти.